Давай, сумки доставай. Куда-то мы пришли. Приехали, а сейчас обсуждают, у кого какой мангал. Максик, привет. День добрый. Тебе нравится в садике? Да. Есть друзья уже у тебя? Как их зовут? Папушка. Как? Папушка. Папушка? Папушка. Сразу не поняла, что мне Макс говорит. Потом Маша мне объяснила, что, оказывается, по-польски он говорит. По-польски. Про детей спрашивала. Как ему в садике. Что ты робишь? Не играем, Маша. Не играешь. Давай пойдем отдохнем. Идем отдохнем. Ты меня, наверное, в горле пересохли. Вот там надо было нам на ту сторону идти, там сейчас солнышко. А мы немножко пришли, тут тенечек, конечно. Как это так? Ты знаешь, сколько у нас так сытки со спины? Такую красоту. Сейчас. Сторис доснимаю. Опять. Мари, это что? Это что? Покажи. Это какая-то кака. Муфти по поиску. Где? Ой, красота. Где уточка? Просто у меня это... Хотел сказать, образование такое. Закрывать бутылку. Лида, так что, мне твое доверяете сейчас? Ага, это? Да. Так, давайте, дайте сосиски папе, он пожарит, и вы будете сосиски есть. А где они? У папы. Артур, надо сосиски пожарить. Киньте детям сосисок, а то что-то они мясо не хотят есть. Я поняла. Мам, дай, подожди. Мам, дай я покажу. Ну давай, я тест. Да иди в воде помой, что ты прижала? Что? Ну не прямо, что вы такая... Нет, ты покупайся. Парное молоко? Да, не гну. Не, ну ты... Я сижу в камере. Лида, куда ты пошла далеко? Давай, давай, давай. Не, я сейчас это покажу. Да. Такой классный вид. Да. Ну и чудозенцы. Тебе вкусно? Ты положи все назад. Сухо ты съешь этих червей. Все, скажи. Иди, мам, вернись обратно. Не надо. Он берет целую горсть. Ну, Максим. Ты жевать не забывай. Но. Максим, не надо есть. Максим, но положи в пакет. Тут темно, не видно. Я не купаться не пойду, все, я уже покупался. Ну. Не будем убивать, не будем. Максим, быстрее, эти руки могут. На, тебе я в ротик дам здесь ручка. Иди сюда. Мне пристает. Иди, руки мой. Вот весь фокус. Фанни. Ты плывешь, не? Плыву. Плыви. Все, мы расходимся. Переговоры такие. Кстати, почему ты инструменты купил? 400 злотых. А где купил? А зачем 400. Ты это купил? 400 именно? Да. Просто я видел... 410, по-моему. А, так это нормальная цена. То есть, ну, что... подойти поближе, пообщаться, не судьба. Надо вот кричать на весь лес, чтобы все слышали, кто чего за что купил.